Горячая вода завтра в Абакане не появится. На сетях вскрылся дефект. Его устранение не позволяет вовремя возобновить водоснабжение. Проблема обнаружена на головном участке. И сегодня в ночь специалисты СГК приступают к его обследованию и ремонту. Завтра они обещают сказать, сколько еще придется ждать горячую воду. Гидравлические испытания необходимы для подготовки к отопительному сезону и проходят каждую весну. Но впервые за последние годы они обернулись такими серьезными последствиями. Что касается Черногорска, там все идет по графику. Завтра начнется заполнение системы.